Очень важный момент про листья. Ставьте на подоконник цветы так, чтобы они не касались холодного стекла. В Москве сейчас минус 24, и стекла очень холодные. Если листья их будут касаться, вот здесь на кончиках появятся черные пятна. Также они могут появляться от того, что в квартире очень сухой воздух. В этом случае цветок надо или увлажнять из пульверизатора, или поставить возле него увлажнитель воздуха. И вот такой дефект, как черные кончики, в ближайшее время будет устранен.